Трое маленьких детей едва не сгорели в собственной квартире. Юные челябинцы остались дома одни, без присмотра. И в это время вспыхнул балкон. На кадрах последствия пожара на улице Агалакова в Челябинске. По словам огнеборцев, трое детей 3, 6 и 10 лет сидели дома одни. Их мама ушла на работу. Ребята ели на кухне и увидели, как вспыхнул балкон. Старшая девочка быстро сообразила, что дома опасно. Взяв младших детей, вышла из квартиры, позвонила маме. Женщина вызвала пожарных. Дети не растерялись, спустились на этаж ниже и ждали родителей там. Благо, огонь не успел перекинуться внутрь помещения. Балкон потушили. Пожарные установили предварительную причину. Это не потушенный окурок, который соседи сверху выбросили из окна. Причем жильцы заверили, это уже не первый случай. А кто-то, вот было такое, что уже кто-то вот курит на вот этих пролетах лестничных, окурки бросают? Да, бывало, у меня тоже такое бывало, что попадал окурок на балкон. К вам? Да, в том году. Ну, обошлось? Да. Подъезды этой высотки оборудованы пожарными извещателями. На каждом этаже висят огнетушители. Почему дети остались дома одни без присмотра, вопрос остается открытым. Точные обстоятельства выясняют дознаватели. По стечению обстоятельств во дворе этого же дома мужчина в женском парике поджег машину. Момент попал на видео. Такую шалость правоохранители не оценили и задержали его. Теперь стражи порядка выясняют причину противозаконного поступка.